называется «Мафия». Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Сиамские близнецы». И для этого нам понадобится майка. Опа! Надеваем. Ну, потом давай квиз-челлендж. Хорошо. Как это одеть? А я сама не знаю. Одевай. Сначала ты, а потом я как-нибудь засуну. Вот, да? Вот сюда руку засовывай. Одно. Только не друг. Да, 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 все правильно. Вот это вот. И? На чем летать? Как сюда пройти? Сейчас переделаем тебя. А, у меня лежит лужа. Объясните условия игры. Нам нужно с этой рукой сделать что-то. Сэндвич нарезать, сыр, ну, хлеб. Да. Хорошо, теперь давай ты, Лиза, одень очки Маргарите, а Маргарита Лизе. Я тебе одену, потом тебе не давай, теперь мне не а ты помоги, нет, не надо. Вторую руку не доставай. Ты помоги, если. Вот. Ваши две руки должны действовать как одно целое. Вот. Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Сиамские близнецы». И сейчас мы будем с одной рукой исполнять желания. Ну, например, нарезать сыр, нарезать, ну, всякие продукты, которые у нас есть на столе. Да. Выполнять задание будешь. Да. Вот, например, я сыр держу, Маргарита режет. Так, второй рукой упрячь аккуратно. Аккуратно, только меня не изрежь. Раз, два кусочка хватит. Мне тоже, блин, неудобно в этих очках, да. Аккуратно. Давай два куска. Ну, как прям. Сюда. Я не могу его нарезать. Ага, давай-ка я. Ты вверху же. Нет, хлеб реально, хлеб его, я внизу сложно резать. Все, хватит. Так, теперь просто накладываем. На твой центр. Сначала побольше сделаем. И огурец. А кетчупом забыли помазать снизу. Или сыром. А сыром забыли. Вообще неправильно. Убирайте колбасу всю назад. Давайте, машьте, открывайте крышку. Двумя руками. Лиза, подожди, я же с двумя. Лиза, я сыр. Да, я сыр сначала. Надо им снизу учипнуть майку, чтобы руку не пытались. Да я не могу, блин, без одной руки делать. Придерживай хлеб, подними хлеб. Подними хлеб, еще подними. Вот так, и держи. Крепко, нормально держи. Я не могу без одной руки. Да, Лиза. Размазывай теперь. На обратной стороне, да. Хлеб держи, блин. Блин, ты меня... Думал, пойдет. Да. И на вторую корочку. Держи. Держу. Подними его уши. Сложно. Да. Ну, я думаю, так нормально. Или рукой помочь. Давай. Бери его, потом потри просто. Все, давай. Молодец. Все, хватит. Так, все. А теперь огурец позже еще. Давай огурец порежу. Нет! Сами резать? Да. Давай лучше резать. Где нож? Печь пока закрой, Лиза. Так, меня не съест. Ну, наверное, 4 куска хватит, да? Да, 4. Огурец легко режется. 2, да. 3. Держи. 4. Стой, это 5! Это попка. 1, 2. Так,
каждому. Так, вместе не два бутерброда одновременно делать, а один держит бутерброд, второй накладывает. Давай. Подними бутерброд. Готово. Теперь колбасу давай. Молодцы. А теперь, второе задание. Вы должны левой рукой покормить правую голову. И наоборот, правой рукой левую голову. Нет! Да, да, да. Нет! Давай, Лиза, корми Маргариту, Маргарита Лизу руками. Так, второе задание. Молодцы, с этим заданием справились. Что смешного? Ничего. Ну, что вы говорите? Что за секретики рассказывают? Мама, Лиза будет смотреть. Ай-яй-яй. Вы наблюдаете. Это ваш ребенок. Вы должны сначала ее одеть, а потом запеленать. Придумайте ей имя. Это мальчик или Света. Девочка? Это Света. Девочка. Давай Света. А почему Света? Красивое имя. И вот, а потом запеленать. Да, а здесь легко. Да. Да. Так, руку слышно. Нет. Да. Та-да. Капюшончик. Она такая фолькательная. Фолькается, да? Так, теперь давай пеленку. Так. Пеленочка. Да, куда ж ты? Вот так. Ну, у вас здорово получилось, я вам хочу сказать. От него уже ничего не осталось. Отдай! Пока вы хлебываете огурец. Давай я сама. Отдай, я сама! Отдай! Мам! Где тут еще? Ела. А сейчас, знаете, что будете делать? А? Что? Вы будете мыть посуду, которую заморали, готовить эти бутерброды. Да, в таком же виде. Это что вы с ним делаете? Это было привидение. Оно улетело? Да. Давай, держи. Один держит, другой моет. Пойди под воду. Давай, смывай. Давай, нам ничего не накалывай. Давай, побустера. Ой, самая чистая посуда. А я маме тоже всегда мою посуду. Я тоже мою посуду. Все. Молодцы. Так. Надеюсь, что все. Так, вытереть руки. Девчонки очень круто справились со всеми заданиями. Из вас получилась настоящая команда. Дайте 5 друг другу. Молодцы. Не забудьте поставить лайк этому видео. Всем пока-пока. А если вы не поставите лайк, я перевоплощусь в Харли Квинн и вам не поздоровится. Лиза тоже хочет перевоплотиться в Харли Квинн. Да. Если вы хотите увидеть Лизу в роли Харли Квинн, то ставьте лайки.